В Ханты-Мансийске и рубрике у наших югро-восточных соседей по контурной карте на улице энтузиастов в половине 12 часа утра приключился весьма экзотический пожар. Во дворе между двумя зданиями неожиданно заполыхал болотоход. Может быть, для Югры такое чудо техники, как болотоход, и не является диковиной. И полыхают они там, может быть, регулярно. Но в наших широтах пылающий болотоход увидишь, ну, мягко говоря, не каждый день и даже не каждый месяц. Но в остальном это было вполне себе обычное воспаление. Был бы на месте болотохода какой-нибудь подорожник, вообще рассказывать не о чем. Ну а так, вроде как экзотика. Хотя бы потому, что экзо означает выделение тепла. Ну, по крайней мере, в экзотермических реакциях. А тут болотоход выделял и тепло, и свет, и огонь, и дым. Пожарные на эту экзотику на энтузиастов примчались уже через 3 минуты. Ну, видно было, что болотоходу уже точно капец. Но надо было не допустить распространения пламени на соседние дома, с чем огнеборцы качественно справились. Замочили болотный бездорожник за считанные минуты.